По поручению главы города Богдана Павленко будет усилена борьба с нарушителями правил парковки. Причиной тому стала критика горожан в социальных сетях. Димитровградцы считают, что несмотря на предпринимаемые меры, автомобили на газонах, детских и спортивных площадках меньше не становятся. Эта ситуация была рассмотрена на заседании штаба ЖКХ. Согласно докладу начальника отдела муниципального контроля Екатерины Епифановой, в октябре было составлено 26 административных протоколов за неправильную парковку. Борьба с нарушителями ведется совместно с управляющими компаниями и полицией. Участковые уполномоченные прислали очень много материалов, которые сейчас в данный момент находятся у нас в административном производстве, сделаны запросы, которые получены и разосланы удаление составления протокола. Нарушители правил парковки наказывают штрафом от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей. Вместе с тем председатель комитета ЖКХ Андрей Большаков считает, что борьбу с нарушителями необходимо усилить. Замечания были высказаны руководителям управляющих компаний и отделу муниципального контроля. В этом отношении разъяснительная работа со стороны управляющих организаций не ведется. Не фиксируются факты, не передаются в отдел муниципального контроля. И как следствие, отдел муниципального контроля бездействует, я считаю, лишь по составлению данных протоколов. На заседании было принято решение, что к фотофиксации парковок на газонах, детских и спортивных площадках привлекут сотрудников управляющих компаний и общественных организаций. На основе этих материалов будут составляться административные протоколы на нарушителей. Администрация города напрямую заинтересована в том, чтобы заставить автовладельцев соблюдать правила благоустройства, поскольку деньги от штрафов поступают в бюджет Димитровграда.